расстояние. В идеале вообще стенку надо держать вот как вот этот пояс. Но мы почему-то разбегаемся, а жаль. Было бы очень прекрасно. Ребята, старайтесь много летить, потом тяжелее. Капец. Как называется? Как называется фигня? Мы с Тамарой ходим парой. Сегодня рядом с клубом называется. Чик, рядом с клубом называется. Да, минут. Я просто кажется, что сил не равно. Да, вот. Вы готовы? Да. Ребят, минутка. Ну, опять так же сейчас свисток прозвучит, начнете. Руками работать. Минуту бьемся и вообще почувствуйте, ребят, это вообще прекрасно. Работать с товарищем. Вы сдружитесь только так. Давайте, давайте, давайте. Минута боя. А как вас зовут? Женя. Женя. Женя, Леша. Леша. Женя, Леша. У нас Александр. Александр. Два Саши. Женя, Леша. Александр. Александр. Красный в городе. Начали. Поехали. Женя! 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 Перевязались. Молодой, молодец эти, да? Какой? Женя! Кинь, кинь, не справишься, кинь! Не расходитесь. Не с одним делитесь, делитесь. Помогай, помогай. Помогайте, помогайте. Какие, какие. Помогай, товарищи. Давай, давай, давай. Запутались. С одним делитесь. Юра, дай, пожалуйста. Вот, обойдитесь. Да, обойдитесь. Саша! Прикольная тема. Дайте, садитесь спиной. Давай, сзади. Опа. Готов. Все. Я вот сбоку пропустил, да. Сейчас, пусть отдохнет. Скините ее. Кто-нибудь, Степанович. Посиди лучше. Нормально. Нормально. Отошел. Лев сбоку, да. Да. Все, 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 красавчик. Все, хватит. Лев, хватит, хватит. Дайте, я... Минута прошла, нормально. На последней минуте я даже не заметил, что кого-то вырубил. Мечи. Воевает. Ну, победа, не помню. А где от руки? Я могу вас 7 на 7. Прикольная штуковина. А? Прикольная штуковина. Саня, чего так крутится все? Ну, ты только потом не уходи, а тут просто забыл. Ой, бля. Я тебе хочу сказать, что на всех, кроме Юры, я не знаю, либо время, да. Мы там в общем, да?